Вот вопрос, как я рисую картину. Ну, в поток вхожу, и вас научу в поток входить. А что значит творческое состояние? Творческое состояние, когда ты входишь в поток, и тебе все подсказывает, и с вечностью соединяешься, уходят страхи и стереотипы, и твоя рука сама как пишет. Вот смотрите, моя картина, ну вот ромашки. А вот в поток как входить? Чинскен Михаил, Чексент. Чиксент, да, Наташенька, спасибо. Чинскен Михаил, величайший психолог, который написал много книг о потоке. Посмотрите, пожалуйста, в Ютубе. Это очень важно. И вы посмотрите, как. И там, оказывается, много таких важных сообщений он сделал. Очень важных. Вы обязательно посмотрите. А вот с помощью ключа, с помощью синхрогимнастики до любого дела, например, быстрее входишь в поток, быстрее входишь в поток. И ты можешь творить, творить, и ты тогда можешь говорить потом, что моей рукой писал Бог. Да? Вот такое дело, друзья.